Спасибо. Зайнаб Махаева и Зульфия. Ну а на нашей сцене ансамбль «Молодость Кавказа».
Художественный руководитель коллектива Альбина Джаватова и Магомед Расул Султан Гишиев. Ну дайте музыку выше, чтобы люди могли поаплодировать. Заслуженная артистка Республики Дагестан, директор Махачкала концерт, краса и гордость дагестанской эстрады Зульфия. Спасибо. Конечно же, заслуженные цветы. Добрый вечер, дорогие друзья. В первую очередь позвольте мне приветствовать вас, всех сидящихся в этом зале, пожелать вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Дорогая наша Зулечка, от Каспийской городской администрации,
от всех жителей города Каспийска. В лице главы муниципального округа Омарова Джамалдина Омаровича позвольте мне выразить слова глубокой благодарности и признательности то, что вы принимаете самое активное участие в культурной жизни нашего города. Низкий поклон вам! Оставайтесь всегда такой обаятельной, красивой, востребованной. Город Каспийск любит вас, обожает. Приветствуйте нашу Зулечку. Глава муниципального округа Омаров Джамалдин Омарович сегодня награждают нашу любимую Зулечку. Читать грамоту не буду. Все, что здесь написано, все я сказала в адрес нашей любимой Зулечки. Низкий поклон тебе, Зулечка. Спасибо, родная. Спасибо огромное. Я вот это вижу здесь, по-моему, мой сын где-то там стоит, который приехал, в самом деле, самыми близкими друзьями мой сын приехал. Если можно, моего сына на сцену, пожалуйста, да хочу. И здоровья вместе с тем, очень близкого нам, его всех друзей. Таллина. Это мой сын Ибрагим, кто не знает, вот он приехал с Эстонии со своими друзьями поздравить свою маму. Поздравить. Это друзья моего сына, которые приехали из Эстонии. Спасибо огромное. Вот это вот красивые ребята. Там еще в зале сидят Магомеды. Такие красивые. Ну, встаньте-ка, покажитесь, какие вы красивые у меня, друзья. Ну, немножко пристаньте. Вот. Опа, Орлы! Да. Спасибо огромное. Вот наши друзья, эти, которые приехали тоже оттуда. И они там учатся и работают с моим сыном вместе. Мне очень приятно, что они именно поздравить свою маму и всех нас, они приехали. Ну, что говори, я даю себе слово. Друзья мои, увы, очередная наша встреча, очередной сольный концерт звезды дагестанской эстрады Зульфии подошел к своему логическому завершению. Огромное спасибо, Зульфия, за талант. Огромное спасибо за это прекрасное действо. Дай Бог еще больше новых и творческих успехов. Я не могу, здесь сестра моя стоит, пришла, она приехала с огромного Кушинского района. Спасибо, Даяна, это... Она очень сильно похожа на мою маму, но покажись-ка, какая ты у меня есть. Спасибо. Ну, деньги потом я подберу. Это моя двоюродная сестра, она очень сильно похожа на мою маму. Ну вот, Алексей, представь, кто у нас сегодня режиссеры, вот кто сегодня старался нам это все... Сценограф сегодняшнего концерта, народный художник Республики Дагестан и России Ибрагим Халил Супьянов. Режиссура сегодняшнего концерта, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Эмиль Курбанов. Цветы от режиссера. И Алексей Тимохин, мой любимый, мой верный друг, который с рукобреби, который находился рядом. Дорогие друзья, цветы мои кто-то свистнул, но тем не менее я вручаю вам. Все здесь. За что мы любим женщин? За ум, красоту и талант. И четвертое, за верное слово преданности. Все эти компоненты есть у этой прекрасной женщины. И ваши самые бурные аплодисменты! Да здравствуйте, Зульфия! Браво, брависсимо! До свидания, друзья! До свидания, Зульфия! Вел концерт заслуженный артист Республики Дагестан Алексей Тимохин. Спасибо всем моим звездам.